Доброе утро. Короче, как мне вставать? Как это сделать? Я не знаю. Как вы понимаете, я все-таки выбралась. Сейчас 6 часов вечера. Короче, я вчера допоздна, не знаю, смонтировала видео. Чисто поэтому. В общем, оправдание. Снова оправдание. На самом деле сейчас трындец как жарко. Сейчас 28 градусов. Моя теория верна. С утра еще куда ни шло. 18-19 градусов. Это супер. Блин, не знаю, почему я такая ленивая жопа. Зато я видос смонтировала. И завтра вы можете его посмотреть. Вы не представляете, когда я буду отдыхать. Хотя полдня отдыхала, но мне все мало. Капец. Я устала приводить себя в порядок. Иногда просто реально морально устаешь. И физически тоже. Так как рынок уже закрыт, зашла в Магнит, купила дыню. Ух, если она будет невкусная. Сейчас еще в Пятерочку зайду. Посмотрим, блин. Как обычно. Вечерком фруктики. Вот, блин, тарахтелка. Капец. Как ровно. Как обычно, фрукты, дорама и отдыхать. Господи, как же скучно я живу. Сейчас от всего просто реально пультики, хуюптики, блин. Так, включаем свою любимую дораму. Кстати, только в начале так тарахтит. Я не знаю, заводится как мотор. Моторная лодка. Ну, блин, отключись, мышка. У меня дубль 2. Я там что-то наклацала. У меня все перевернулось. Короче, сверх... Короче, с... В общем, вверх тормашками все было. Кстати, забыла сказать. Дыня-то говно. Магнит. Ой, или где я там брала? Да, в Магните. Я, блядь, насру под дверь. Потому что, ну, это невозможно. Там были просто еще два варианта. И я их уже брала до этого. И они были все равно говном. То есть, ну, не может быть такого, что все дыни говно, правильно? Не может. Причем эту я взяла. Она вроде бы как где-то отдаленно была со вкусным запахом. Ничего не меняется. У меня завтрак. Да. Как обычно, творог. Здесь слива, клетчатка. И, наверное, еще съем батончик протеиновый. Ну и что? Я вышла снова под вечер. Ничего не меняется. Еще перед уходом забыла часы, потом забыла ключи, возвращалась 1000 раз. Я считаю, это не к чему-то плохому, это просто безалаберность и несобранность, которая может привести к чему-то плохому. Хотите прикол? Господи, какой здесь срач. Я потеряла... Как эта фигня называется, короче? На которую крепится, вставляется, в общем, телефон. И которая крепится к штативу, блин. Походу я ее где-то там в тот раз посеяла. Ну, в общем, я попозже схожу, посмотрю, потому что, не знаю. Я нашла, в принципе, место, куда можно поставить камеру. Вот решетка. Вид вроде бы тоже неплохой. Короче, у меня не бывает без приключений. А я еще недавно думала, она мне такая хлипкая, эта фигня. Надо приобрести что-то получше. Ну вот, теперь будет, в принципе, возможность приобрести что-то получше, скорее всего. Кстати, про дохлую кошку, вот как она выглядит. Это вот такое вот. Почему дохлая кошка называется? Потому что здесь сама вот эта шерстяная фигня называется дохлой кошкой. А по факту микрофон это вот. Пёсель гуляет тут. Я чувствую, будет весело мне снимать. О, какой красивый кадр. Солнце так светит, класс. Ну, в общем, приходится иногда прерываться. Вон тут сразу активно стали ходить. Вот девчули пошли. Потому что там сидела компания, ну и сидит до сих пор, которая... Ну, короче, тут людей дофигища сегодня. Поэтому я ушла под дерево. Я думаю, там просто людям стало интересно, что же я тут такое делаю. Махаю тетрадкой. И что-то стою, кручусь, верчусь. Знаете что?
хреновое, это то, что я не взяла колонку. С наушниками неудобно тренить, потому что они выпадают чаще всего. Неудобно. Где-то придется без наушников тренить. Это печально, блин. Хоть сюда уходи и тренируйся, чтобы никто не видел ничего. За решеткой, блин, в темнице, блин, какой-то. Ко мне в гости пришли. Никак не может увести его. Капец, я тут столько всего наговорила, но записи не было. Я говорила о том, что не зря говорят, что с возрастом все гораздо тяжелее. Сегодня я это почувствовала. Я думала, до этого лишний вес не мешал. Нет, сегодня я именно конкретно. Прям мне тяжело было. Причем я сегодня видео снимала для YouTube и сказала только сегодня о том, что мне стало легче гораздо делать те упражнения, которые я не могла делать до этого. То есть прогрессия — это круто, нужно это отслеживать и тому подобное. В итоге нет. Не все упражнения очень легко делаю. Можно сказать, даже сегодня я просто... умер. Все, я с завтрашнего дня отдыхаю. Буду 3 раза в неделю заниматься. Потому что до этого я занималась. У меня было день рук, день пресса, день попы, ног. Потом опять день рук, день пресса, день попы, ног. После этого у меня был такой график. И по сей день руки, кардио, пресс, кардио, попа, ноги, кардио. Это в лучшем случае, если получается. Но такое не всегда получалось. Но в основном, да, по 6. От 5 до 7 тренировок в неделю было. Сегодня я так прям устала. Не знаю, может быть, влияет время, в которое я занимаюсь. Или просто выдохлась уже. Я не знаю, короче. Просто вызовите мне скорую. Я еле выжила. Короче, я к тому, что нужно сделать отдых. Какой упор был? Делать кардио больше сейчас летом, чтобы сбросить жир. А зимой, ближе к зиме, делать 3 тренировки в неделю с упором на вес и больше белка употреблять. Я так понимаю, что 3 тренировки в неделю придется руку поддерживать. Это для меня теперь долбанный наук. Короче, 3 тренировки в неделю будут со мной теперь походу всегда, потому что я не могу, для меня прям сложно столько много тренировок, и походу я еще и питаюсь недостаточно, то есть на ту нагрузку, которую я сейчас делаю, то есть нужно больше есть, а у меня из-за жары нет аппетита, если честно, я очень много сбросила. Я вешу сейчас 50 килограмм, короче, чтобы вы понимали. Это не есть хорошо. Меня это даже страшит где-то. Короче, ладно, я пойду домой. В общем, все вам рассказала. Но все поныло. Так что со спокойной душой можно, в общем, идти домой. В целом, вот такие вот дела. Я ищу, кстати, этот со своего штатива эту штучку. Где я ее тут посеяла? Ну, блин, мне кажется, я в прошлый раз все забирала отсюда. В общем, да. Что там, Маша, растеряша? Ну, блин, я вчера не могла на турниках посеять. Я вообще ничего из рюкзака, кроме бутылки, не доставала. Разве что дома. Дома я тоже штатив не доставала. Я уже дома не снимала 300 лет. Короче, да. С моей удачей, с моей памятью, в общем, одни растраты. А еще, знаете, как круто? Я взяла пауэрбэнк, но не взяла к нему зарядный шнур. В общем, прикольно так, да, заряжать телефон-то. Ну, благо мне хватило заряда, прикиньте, снять видос. Еще для влога кое-что вам тут натрындеть на камеру. И музыку послушать вообще. Прикиньте, что мне удалось купить в Магните хорошую дыню. Именно ту, которую я брала на рынке. Вот. Вот эти желтенькие. Так что беру свои слова назад. Не буду я ни у кого срать под дверью.